рассказываю длинную историю. Есть у меня такая знакомая, может быть, даже подруга по поэтическому цеху, Надежда Князева. Прекрасная поэтесса из Нижнего Новгорода. Она мне как-то, будучи в Москве, рассказала очень интересную одну историю про Эберолд и старушку, которую надо было перевести через Эберолд. На днях она мне прислала стихотворение, где она как бы описала эту картину, эту историю в прекрасной, такой очень красивой манере, свойственной, может быть, вот таким вот вдумчивым женщинам с красивыми глазами. Меня эта история... Нет, соломенной шляпки нет. Эта история меня очень вдохновила на написание как бы ответа на то, что сочинила Надя. У нас получилось совершенно противоположные истории. У нее очень серьезно, интеллигентно, поэтично. У меня немножко по-хулигански, но по-другому быть и не могло. И тут случайно заехал Андрей Кустарев выпить чашку чая в честь прошедших праздников. Привез нам пачку чая, моему пачку чая. Чайные церемонии, не по-японски, а по-фрунзенски. И мы с Андреем решили прочитать. Андрей решил прочитать стихотворение Нади Князевой. Ну, а я уж сама за себя, как говорится. И вот это безобразие зафиксировано. То есть домашняя обстановка, тортик, чашки, вода. Вот тут бутылочка стоит, воды. Мартин. Мартин, ну, хрюкал интеллигентно, это собачка моя. И мы решили это выложить, довести до вашего сведения. Может быть, кто-то узнает себя в этой старушке, которая просит перевести ее через Эберолд. Я узнаю себя. А кто-то узнает себя в мальчике в наушниках, который переводил старушку. А кто-то себя узнает в том самом пионере, у которого... А кто-то себе Джона Леннона узнает. Да, да, да. Right now. All of me. Вот так что... Дорогие господа, товарищи, дамы, и примкнувшие к ним, наслаждайтесь. Мы были совершенны, были. Так, ну ладно, поехали. Солнце на убыль, жаль золотого дня. Тени столбов, зебры легли под ноги. Мальчик в наушниках, переведи меня через дорогу. Мили до цели переведи в нули, фунты в рубли, сдачу оставь кассиру. Мысли мои на 100 языков земли переведи и расскажи миру. Переведи дух, отведи взгляд, память моя будет в твоем кармане. Только в любой доступный тебе формат переведи омут воспоминаний. Переведи стрелки холодных войн мимо по карте. Стрел часовых железа переведи в год, где всегда живой Джон исполнял юную Come Together. Космос внутри, память не поменять, не потерять, не посадить на повод. Солнце на убыль, да провода звенят. Переведи меня через Эберроуд. Эгегей! Переведи меня через Эберроуд! Пионер в красном галстуке! Или без галстука, но с пионерским складом ума! Переведи меня через Эберроуд! Я бы сделала это сама, но подумала, глядя в твои пустые глаза. Неужели я жизнь прожила эту зря? Почувствуешь под ногой белую полосу, и что-то такое странное защекотит в носу и ударит в голову. Вот здорово! Яблочный запах от Apple. И ты... начнешь понимать все, что я говорю. Обычно говорю ненадуманным рэпом. Переведи меня через Эберроуд. Сделай приятное для цветочного народа, который уже вкурил по полной
сорняковую старость. Для народа, из которого мало кого рядом осталось. Но они же гуляют босиком по небесной дороге Бетлов с незнакомыми для тебя, не судьба, манифестами далеких миров. О, Калифорния! Смотрю, а мозги-то у тебя какие-то сонные. Свобода, равенство, братство, без подлости и без гадства, без рабства всемирной паутины и прожорливых пауков. Эй, пионер! Во всех смыслах. Удивление слюной у парня на губах повисло. Переведешь меня через Эбби-Роуд без торжественной клятвы и заученных слов? Нет, не готов. Никогда ты не будешь готов. Семафор мне не нужен. Я же тень, я никто. Перехожу сама через Эбби-Роуд. Маккартни жив. А Ринго и рыцарь, и сэр, значит, есть повод. Come together, my people. В жару или в холод, босиком, налегке. Идешь и понимаешь, что ты дьявольски молод. У каждого, братья и сестры, свой собственный Эбби-Роуд.